очередная посылочка, упакованная в надутый мешочек. До этого в таких мешочках я получал в основном обувь. Так, а это у нас кухонные такие принадлежности. Упакованы добротно. Ну и цена соответствующая, то есть не дешевая, не стоит. Емкости для специй. Вот такие вот емкости. О, покажу вам. Такая вот. Так вот открывается. Здесь широкое отверстие, где можно совместить или с большой дырочкой. Или с маленькими дырочками, вот такими. Вот. Так. Крышка держится достаточно крепко. Снизу магнит. Снизу магнит. В комплекте идет вот такое вот основание. Сейчас я вам покажу, распечатаю. Вот такое вот основание. Вот с такими самоклеечками, двухсторонними скотчами. Так. И вот так вот эта баночка так вот примагничивается. То есть получается, вот это основание крепится внизу к полке, и на нее вешаются вот эти баночки. Очень удобно, держится достаточно крепко, но одна беда. Погнуто основание. Согнулось. Будем открывать спор. Вот такой вот набор. Так, ну и сразу добавлю, набор надписей на русском языке. Это очень хорошо. И здесь целая упаковка. Так что, классно. Ну и первым делом, включив китайские подарки, моем их. После производства, я думаю, их не мыли, так что лучше не дезинфицировать.
пирком, конечно, не инфицировать не буду, но вымочь мол, по-другому. Не знаю, правда, как отнесутся к этому магниты. Ставим на полотенчика сохнуть. После того, как высохнут, натираем до блеска стекла. Так, друзья, извиняюсь. Только вымыв и начав натирать стеклышки, увидел, что вот здесь вот, сейчас покажу вам, внутри наклеена пленочка, вот защитная, вот. Ее надо снять, конечно. Молодцы, качество очень хорошее. И правда, стеклышко такое крепкое, добротное. Так что не забудьте снять пленочку. В установленном виде эти баночки для спекции выглядят примерно вот так вот. Внизу полки на удобном месте на двустороннем скотче крепится основание металлическое. И все 12 баночек наполняются и подвешиваются на магнитиках к основанию. Вот. Держится достаточно крепко. Снимать удобно. Надписи читаемы. Единственное, конечно, средний ряд надписи не видно. Вот видите. Но в это место можно просто подобрать то, что знаешь по внешнему виду. Потому что крышечки прозрачны. Все видно. Я сейчас перечислять не буду, что здесь насыпано, потому что я в этом абсолютно не разбираюсь. Но я думаю, для хозяек это не проблема. Вот такой вот комплектик. Висит теперь и не занимает места. Забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.